Ни многочисленные случаи провалов под лед, ни специально установленные запрещающие знаки порой не сдерживают желающих пересечь реку по неокрепшему льду. Сейчас служба спасения Улан-Удэ активно применяет тяжелую технику. Теперь в этом месте ни один автомобиль не сможет выехать на лед. Установка бетонных блоков – это наиболее надежный способ закрыть опасную для жизни ледовую переправу. Съезд ограничен, нет возможности выехать на лед, соответственно, все, доступа нету. А случаи бывают, когда их объезжают, рядом проезжают? Конечно, случаи бывают такие. Вот мы ежегодно занимаемся дополнительно установкой вот таких вот блоков. Где-то ставятся блоки, где-то вкапываются бетонные, так скажем, столбы. Люди все равно ищут проезды, так скажем. Ну и вот по мере возникновения новых выявлений, так скажем, новых проездов, выездов на лед, мы устанавливаем ограждение. На сегодняшний день по береговой линии установлено уже 12 блоков. В ближайшее время будет закрыт также несанкционированный проезд по льду на Богородском острове. Городские спасатели призывают горожан не пользоваться стихийными переправами. Обращаюсь еще раз к жителям города, гостям, ни в коем случае не выезжать, не выходить на лед, так как сейчас идет период как раз становления ледового покрытия на реках. Лед неокрепший и тонкий, очень много мест с проталинами. Возможен, соответственно, при выходе на лед дальнейший провал человека, тем более автотехники. Бетонные ограждения в черте столицы Бурятии устанавливаются по всей протяженности рек Уда и Селенга. Саднум Ирдынеев, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.